она очень большая. Типа... Пипец. Всем привет! Мне опять пришла посылка Шейна. Она пришла за 6 дней Китаем, не с деком. Что у меня на голове? Типа, просто почта пришла за 6 дней. Это очень классно. Мне очень вообще жесть. Я ее уже распаковала. Первая вещь — это вот этот свитер. Он офигенный. Просто посмотрите. Он очень классный. Это вообще пипец. Он очень мягкий, очень удобный. Посмотрите, какой рисунок. Это коты. Коты. Он длинный. Мой рост примерно 158-160. И я брала L. Вам тоже советую, потому что, ну, он очень классно сидит, типа, жесть. Следующая вещь — это сумка. Вот такая сумка. Я очень мечтала о ней. Она очень классная и стоит недорого. Она стоит 1200, но я применяла баллы, и купон, короче, она мне вышла в 800 рублей. Ну, это офигеть. Она очень классного качества. Вот здесь регулируются лямки, можешь как угодно вообще сделать. Внутри есть небольшое отделение. Вот такое отделение. Она очень хорошо в себя все вмещает. Вот, короче, ну реально классная сумка. Мне очень нравится. Она еще такая приятная. Она такая классная, боже мой. Ну что ж, следующее. Это еще одна сумка. Вот такая вот сумка. Она очень классная, она приятная на ощупь. Вы видите, какая она? У нее есть вот такое отделение на замочке. Все замочки офигенно работают, вообще супер. А здесь одно большое отделение. Вот. Внутри она, конечно, не такая приятная, но снаружи как-то вообще супер. Лямки регулируются. Мне очень нравится. Это вообще... Она смотрится классно. Следующее. Короче, вот, вот такая вот штучка. Вот, например, сумки, у которых нет карманов, очень удобно иметь такую штучку, потому что, ну вот, гигиеничка всегда полезна, жвачка и резинка — это кайф. И чтобы не искать их, я купила такую штучку. Ну, я просто примерно набила, как это должно выглядеть. Вещь классная, стоит 100 рублей. Списала баллы и купоны, она вышла рублей 70. Вообще, очень хорошая вещь, она очень приятная. Она типа прям вот, я никогда не трогала такой материал, мне кажется, это очень классно. Следующее, это чехол на наушники. Вот такой вот. Оп. Он очень крутой. Он реально очень крутой, я не знаю почему, но он мне так нравится. Он такой прикольный, типа, жесть. И также я заказала чехол на телефон. Мне очень нравится, но вот чехол на наушники мне нравится намного больше. Но на телефон тоже ничего, ну, обычный чехольчик. Жалко, что это не стразы, но они такие рельефные, как будто бы реально стразы. Мне нравится все. Следующее это... Что это такое? Это накладные ногти. О май гад. Вот они на мне. Я ношу их... Четвертый день уже, и, собственно, ну, некоторые отпали, ну, вот, три. За это время я очень много купалась, руки мыла, там, посуду мыла, короче, очень много взаимодействовала с водой, и как бы все в норме, они, типа, вообще кайф. Вот, но они очень удобные, типа, вот, за 30 минут ты абсолютно привыкаешь, как будто бы это уже твои ногти, и я уже ими все делаю, типа, вообще, я привыкла, я в один момент даже, типа, ну, забыла про них. Следующее — это кулончик. Он очень красивый. Мне очень нравится. И вот такие вот сережки. Они очень красивые. Прям класс. Следующее — это, опять же, сережки. Но уже, типа, сережки-гвоздики. Сейчас вам покажу какие-нибудь самые красивенькие. Вот всякие сердечки, луна, ромашка, бантик. Ну вот месяц. Такой прикольный. Вот такая сережка, вот такая. Короче, их тут много. Вот.
Мне нравится качество хорошего. Главное, если будете заказывать сережки, обязательно обрабатывайте их антисептиком, перекисью, вообще без разницы. Просто обрабатывайте, потому что мало ли где они лежали. Я заказывала на сумму 3500, с баллами мне вышло на 2600. И мне дали в подарок вот такую сумочку. Она так вот стоит 530 рублей. За что 530 рублей? Вот эта вот маленькая сумочка. Вот это стоит 300 рублей. Вот это 300, а вот это 500. Я не понимаю. Ну, короче, мне ее дали в подарок. Вот. Она классная, она мягкая, она бесплатная. Замок очень хороший. Я там храню свои чехлы на наушники и на часы. Вот так. Хорошая сумка. И последнее, это вот такая штучка, чтобы вешать всякие сумки. И сейчас я вам покажу. Вот у меня вот она и вот. Ой. Короче, вот она и вот она. У меня здесь есть шопер, а здесь висят вот эти вот сумки две. Короче, это очень удобная вещь. Она держится на стенах, на обоях. Это очень хорошо. И она красивенькая. Обычно вот эту штучку не видно. Сзади как будто бы просто такой крючок. Сейчас я вам покажу вблизи. Вот, вот так это выглядит. Ну что ж, это было все. Это было 14 вещей. Так много сказала, а по факту-то особо ничего. Я очень довольна Шейном. Тем более, эта посылка пришла за 6 дней. Я вообще в шоке. Я так была рада, когда мне написала почта, типа... Ваша посылка пришла, вы можете забрать ее за 6 дней. Я всем безумно довольна, особенно с сумками. Вот здесь висят. Ногтями вообще кайф. Короче, все классное очень. Шейн, люблю тебя. Шейн, класс, ура. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня один подписчик, привет. Пока.